Любовь – самое прекрасное, что есть, но, к сожалению, для большинства разрушительно. Первая вещь, которая приходит тебе в голову, когда я говорю следующее. Организованная религия. Безумие. Брак. Сожительство. Соперничество. Тупость. Деньги. Эффективны. А любовь? Самое прекрасное, что есть, но, к сожалению, для большинства разрушительно. Понимаешь, если что-то скверное оказывается для тебя страданием, когда что-то действительно мерзкое мучает тебя, это еще можно понять. Но когда что-то потрясающее мучает тебя, то это самая настоящая катастрофа. Если бы ты нашел способ путешествовать во времени, то куда бы ты отправился? Этот вопрос в себя включает очень многое. Например, путешествие по миру. Мы полетали туда-сюда, теперь хотим слетать и на Марс, мы хотим путешествовать в другие места. Но и этого недостаточно, ведь еще мы хотим путешествовать в прошлое и будущее. В основе всего этого стремления лежит исследовательский дух. Вы отправляетесь в отпуск на Мальдивы, или же вы собираетесь на Марс, а основа остается той же, и это исследование. Возможно, вы и думаете про отдых, удовольствие, все в таком духе, но в основе здесь лежит исследование. Иначе почему бы вам не наслаждаться прямо тут? И это что-то, что вы хотите делать, вы хотите коснуться других мест. И это желание человеческого существа сохраняется до тех пор, пока жизнь, которой вы являетесь, остается на стадии семени. Жизнь пока еще не дала ростки и не расцвела. Рассказывал о природе космоса, какое отношение он имеет к каждому из нас и как мы можем это использовать. Какова же природа космоса? Насколько он действительно велик? Где он начинается, где он заканчивается? А он улыбнулся и сказал: «Весь ваш космос я могу вместить в одно горчичное зернышко». По существу, ваше понимание времени и пространства складывается из проживания жизни в рамках интеллекта. Но стоит вам выйти за пределы этого измерения, и пространство с временем исчезнут, все оказывается здесь и сейчас. Так что путешествие во времени и пространстве для меня это ничего не значит, потому что это сложно выразить, сформулировать четко. Если я прозвучу немного... Я имею репутацию как очень логичного человека. Так что если я прозвучу нелогично или глупо, то можете пенять на сбой часовых поясов. Я только вернулся из Соединенных Штатов. Так что можете просто подумать, что у Садгуру джетлэг, поэтому какую-то колесицу несет. Но я в порядке. Я просто хочу сказать, что вы никогда не сможете вместить целую вселенную в рамки своей ограниченной нелепой логики. Сегодня люди настолько очарованы своей собственной логикой, что они пропускают мимо всю жизнь. Вся палитра мироздания, взрывающаяся в своем проявлении, никем попросту не замечается, потому что единственный способ, когда вы можете что-либо принять, это должно пройти через квадратную дыру вашей логики. Все, что не согласуется с вашей логикой, вы отвергаете, и таким образом вы отвергаете всю Вселенную. Так вы отвергаете волшебство этой жизни. Вы стали рабами своей логики, и поэтому упустили волшебство этой жизни полностью. Так что все эти вопросы про время и пространство возникают потому, что вы пытаетесь разобрать эту Вселенную интеллектуально, понять первое, второе, десятое. Ну вот скажи мне, если бы ты сидел здесь в невероятном наслаждении, ты бы тогда вообще заметил, как прошел этот день? А если бы тебе было плохо, тогда этому дню нет конца и края.
Так что время — это следствие бренности человеческого бытия. Если вы по-настоящему счастливы и экстатичны, день идет, а вы и не замечаете, год прошел, жизнь прошла, а вы и не заметили. Были времена, когда я мог присесть на 5 минут, но время летело совсем по-другому. Эта идея о времени и пространстве так популярна просто потому, что люди застряли в рамках своей логики. Мои труды, основа моих трудов состоит в том, чтобы вывести людей за пределы их логики, в подлинное волшебство существования, нашего собственного существования. Но для этого требуется много времени. И тем не менее, моя репутация как весьма логичного человека сохраняется, потому что я все еще стараюсь угодить вам. Все еще ищу к вам подход, понимаешь? И что же происходит на деле? К сожалению, людям требуется очень много времени, потому что они становятся верными рабами своей логики. Первая вещь, которую ты видишь, когда встречаешь кого-то впервые. Да все вижу. Все? Да, прошлое, настоящее, будущее. Что важнее, делать то, что любишь, или любить то, что делаешь? Одно слово или больше? Как тебе захочется. Понимаешь, если ты умный человек, то ты будешь стараться делать то, что ты любишь больше всего. А если ты гений, ты будешь делать только то, что нужно. Если бы ты мог стать невидимкой на один день, чё б ты делал? Вы бы не узнали. Со всем уважением, твоя самая большая слабость. Большая что? Самая большая слабость. Видишь ли, то, что люди обычно считают слабостью в своей жизни. Окей, дай я тебе отвечу нормально. Почему у меня все происходит именно таким образом? Ты ведь уже сказал, как это, что ты говорил, скользящей походкой? Моя самая большая слабость — я люблю опасность. Без этого я жить не могу. Мне необходимо делать что-то, что удерживает меня на грани между жизнью и смертью. Мне постоянно хочется скользить по этой грани. Каждый божий день я тем или иным образом ступаю на эту грань. Слабость ли это? Я так не думаю, но люди говорят: «Садхгуру, тебе не следует так рисковать своей жизнью». Но если нет риска, я не чувствую, что... Потому что большую часть своей жизни, чем бы я ни занимался, я не чувствую вызова. И только в моменты опасности я немного чувствую этот вызов. Так что моя слабость — это желание оттянуться, понимаешь? Все время, что я колесил по Индии на своем байке, и позже, когда начал водить машину, все время я хотел найти бричку, которая затестила бы мои способности вождения. Каждый раз эти проклятые штуки разваливались, если я приближался к своим пределам. Но последнее время я стал иметь дело с аппаратами, которые бросают вызов мне. Они проверяют, смогу ли я выжать из них все или нет. Ну, возможно, это все из моего возраста. Если бы я имел с ними дело, когда был намного моложе, то ты бы тогда проработал их со всех сторон. Одна вещь, которую о тебе никто не знает. Обо мне ничего никто не знает.
Это факт. Одна вещь, которую ты хотел бы изменить в себе. О, я никогда об этом не думал. Я бы мог говорить на хинди. Ой, простите, маратхи. Одна вещь, которую ты хотел бы изменить в этом мире. О, много чего. А одна? Людей? Чрезвычайно необходимо. Какое из своих достижений ты считаешь самым значительным? Не думаю, что такие вообще есть. Потому что я всегда отчаянно не оправдываю своих ожиданий из того, что я мог бы сделать. Так что у меня никогда нет этого ощущения достижения. А есть у тебя какая-нибудь любимая песня, которую ты можешь постоянно слушать? Я каким-то образом... Не. Возможно, потому что... Это... пришло ко мне в определенный период жизни, где-то... когда мне еще не было 20. Может быть, поэтому ко мне эта песня приходит... чаще, чем какие бы то ни было другие. Не то чтобы я специально ее вспоминаю, но каким-то образом эта песня постоянно возвращается ко мне. Это песня Боба Дилана «Blowing in the Wind». Окей. Я знаю, что ты не смотрел ни одного из моих фильмов, но все же, у тебя есть любимое кино? Я видел много хороших фильмов. Одно время я постоянно их смотрел, но индийское кино я... почти не смотрел. Много чего я пересмотрел из того, что пришло с Запада. И есть одна картина, которой я всегда наслаждался от начала и до самого конца. Потому что тогда все в моей жизни происходило определенным образом, и многое из того наложилось друг на друга. Это я все про римские каникулы. Тогда я должен признать, что это самый первый фильм, который я посмотрел в жизни. Моя мама отвела меня в кино. Вот так. Это правда. «Римские каникулы» — первый в моей жизни фильм. Это стало моим знакомством с большим экраном. Я рад, что у меня есть хоть что-то общее с тобой. Эта картина... Соудри и Грегори Пэк каким-то образом осталась со мной. Потрясающе. Но это, возможно, было в силу моего возраста. Да уж, похоже на то. Чем ты любишь заниматься и хотел бы больше для этого свободного времени? Я просто хотел бы больше времени, потому что я настроил себя таким образом, что нет чего-то такого конкретного, чем бы я наслаждался или не наслаждался. Я забочусь о том, чтобы наслаждаться всем, чем я занимаюсь. Можно просто спокойно посидеть или с кем-то пообщаться, или сделать что угодно, потому что моя активность не ограничена какой-то одной областью, очень много всего. Если ты не наслаждаешься тем, что делаешь или не делаешь, ты просто сойдешь с ума в попытках наладить так много дел. Но я не сойду с ума, потому что я наслаждаюсь всей жизнью. Все круто, все, что я делаю, мне доставляет. Будь то какие-то мелочи или же серьезные дела, все равно. Одна вещь, которую ты хотел бы, чтобы люди помнили о тебе на заре твоей жизни. Они должны жить так прекрасно, чтобы вообще не помнить обо мне.